Бакалавры кафедры физиологии человека и животных и биофизики Таврической академии защитили свои дипломные работы. Каждая из них заслужила оценку «отлично». Наиболее интересным стало исследование Анастасии Каракиной, которая оценила значимость полиграфного тестирования на основе регистрации физиологических параметров человека. Анастасия – первая студентка в университете, которая использовала детектор лжи в своей научной работе. Она изучила реакции 28 человек. В процессе задавались базовые вопросы. Будете ли вы отвечать правду на все мои вопросы? Да. Исследование позволило не только выявить темы, которые наиболее волнуют студентов, но и изучить их реакцию на тестирование. Для того, чтобы выявить, как менялись физиологические параметры человека во время прохождения тестирования, то есть частота сердечных сокращений, кожно-гальваническая реакция, артериальное давление, как они изменялись во время прохождения тестирования или при стрессовой ситуации. По итогам исследования, наиболее значимыми для студентов стали межличностные отношения в группе, так как вопросы, связанные с этой темой, вызывали у них мощные физиологические реакции. По словам научного руководителя, студенты продолжат работать с полиграфом. Студенты ознакомились с полиграфным тестированием. Сейчас это бурно развивающееся направление. Многие, наверное, в дальнейшем в своей профессиональной деятельности эти приборы будут использовать. Это возможность получить потом престижную и хорошо оплачиваемую профессию. В магистратуре студентка планирует расширить это исследование, затронув более интересные социальные проблемы. Ольга Якименко, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.